Привет всем, вы на канале Боксинг. А это прогноз на бой Джо Джойс Карлос Такам, который пройдет в ночь с 24 на 25 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Это боксерский вечер промоутерской компании Фрэнка Уоррена. И непобежденный британский тяжеловес Джозеф Джойс будет драться с Карлосом Такамом за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Вот. Карлос Такам известный боксер, ветеран, скажем так. Ну, букмекеры выставили, ну, вполне, да, ожидаемые котировки на предстоящий бой. Джо Джойс является, конечно же, фаворитом. И коэффициенты на победу 35-летнего британца составляют 1.11. Ну а поставить на Карлоса Такама можно с котировкой в 6 целых. Да, 40-летний камерунец на спаде. Его карьера вот близка к завершению. И я считаю, что его задача вот в данный момент извлечь максимальную финансовую, да, выгоду из своего имени. Ну, любопытно, кстати, что Такам не проигрывал уже 3 года. Карлос идет на серии из 4 побед подряд. Ну, а что касается Джойса, то выступает он на профринге всего 4 года. Но за его плечами весьма вот серьезная битая такая позиция. Перейдем к боксерам. Расскажу немножко о Джо Джойсе. Он занимает 13-ю позицию в рейтинге. Его прозвище Джаггернаут. И Джаггернаут начал карьеру в профбоксе в октябре 2017 года. Джойс ушел из любителей, ну, достаточно таки в серьезном возрасте. И я считаю, что поэтому Фрэнк Уоррен принялся вот вести Джозефа максимально быстро по профи. И на сегодняшний день за плечами у британца 12 боев и 12 побед. Но, как я уже говорил, да, уровень битой оппозиции, ну, оппозиция довольно-таки непроходная. И это, конечно же, не может не радовать, да. Джойс выигрывал у таких боксеров, как у Бармена Стиверна, Брайанта Дженнингса, Александра Устинова. Но самым серьезным, да, для Джозефа является побежденный соотечественник Даниэль Дюбуа, которого он удосрочил в ноябре прошлого года. Он ему там сломал кость, так же как Канело Сондерсу. Вот. Антропометрия, ну, рост британца 198 сантиметров, при размахе рук 203 сантиметра. Ну, весит Джойс примерно, ну, от 116 до 122 килограмм. Джаггернаут обладает довольно-таки тяжелой ударной мощью. И процент нокаутов тому доказательство. Процент 91,6. Вот. Джо довольно-таки техничен, что является, ну, следствием богатого любительского багажа. Уже в скором времени тяжеловес Фрэнка Уоррена планирует подраться за титул чемпиона мира. Изначально, да, команда Джойса вела переговоры с Александром Усиком. Но они не сошлись в цене. По-моему, Джойс был недоволен тем, сколько он заработает за бой. Вот. И украинец предпочел боксировать за 3 пояса с Энтони Джошуа. Фактически, бой с Такамом является для Джозефа вот проходным. Перейду к Карлосу Такаму, немножко расскажу, вдруг кто не знает. Он занимает на данный момент 24-ю строчку в позиции в рейтинге супертяжей. 40-летний камерунский тяжеловес
представляет Францию. Он довольно-таки с характером парень. Я считаю, что будет вот не согласен, да, быть в роли мальчика для битья, скажем так. Он постарается дать отпор Джойсу. Такам опытный боксер, который уже много лет боксирует на высоком уровне. Карлос является бывшим претендентом на пояса WBA Super, IBF и IBO. И профессиональная карьера вот ветерана длится с 2005 года. За это время он провел 45 поединков и одержал 39 побед. Вот, камерунец выигрывал у таких боксеров, как Тони Томпсон, Майкл Грант, и свел в ничью бой против Майка Переса. Также Такам проходил полную дистанцию с Джозефом Паркером, но в итоге проиграл. Вот. Такам весьма крепкий боец, но в его послужном списке вот три досрочных поражения. Проиграл он досрочно таким боксерам, как Александр Поветкин, Энтони Джошуа и Дерек Чесора. Вот. Сам камерунский ветеран также обладает довольно-таки вот сильным ударом с обеих рук. 40-летний тяжеловес нокаутировал 28 соперников. Ну, Такам невысокий, да, вот для супертяжа, но довольно-таки длиннорукий боксер. Его рост составляет 187 сантиметров, а длина рук 204 сантиметра. Ну, в силе удара, конечно же, да, он уступает Джойсу, но, тем не менее, я жду от Карлоса вот серьезное сопротивление. Ведь я, когда я смотрел бой с Джошуа, то даже Джошуа испытывал вот трудности в бою против Такама. Ну, не буду долго морить вас. Прогноз. Ну, что тут гадать? Британский тяжеловес моложе, быстрее, сильнее, крупнее Такама. Да, у Карлоса неплохая вот держалка, но с возрастом Такам стал вот сдавать к поздним раундам, и пробить его подбородок становится проще. Я, конечно же, не думаю, да, что Джо бьет слабее, чем тот же самый Чесора, который оформил, ну, скажем так, довольно-таки глухой нокаут против камерунца. Не факт, конечно, да, что Джойс будет в своей лучшей форме. Но я считаю, что даже если Джойс как следует не подготовится, он все равно пройдет Такама. Скорее всего, Джойс одержит победу нокаутом. Может, конечно же, Такам на каких-то волевых, да, морально и выстоит все 12 раундов. Но на это рассчитывать, я думаю, не стоит. Статистика побед Джойса нокаутом довольно высока. Поэтому мой прогноз — победа Джойса нокаутом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.